Вот, и теперь у меня привет для записи. Поздоровайся для записи. Всем привет. Да, вот. Отлично. Я тут знаю, что я понял. А я забыл запустить Divinity. Это нормально. Ну, в Я всегда принципе, игру ну, я тоже. запускаю после старта стрима только. Не, я игру иногда запускаю, чтобы из нее задний фон шел. Ну, Не, здесь я я, конечно, сейчас. Я впервые поставил, по-моему, не Bittersweet Regrets. натыкал кучу разных хостов, Я не знаю, пробовал, все время осталось. это ставлю. Так, пару секунд, я пойду руки помою. Меня раздражающе просто. Короче, руки. Да, иди мой, быстрее. Слышим за компьютером девушку, что он сейчас руки пошел. Остановились мы, значит, в... Я не знаю, это пустыня, не пустыня. Как эта локация это называется? Что это локация? Где-нибудь вообще название, то ее высвечивается. Афикоз. Наед. А это что такое? Так, секунду. Это значит, надо идти в обратную сторону. Это еще что такое? Так, а ты там что нашел? Я нашел что-то очень странное и большое. Где? А ты Где? карту открой и увидишь. А огненная Да. Именно. локация, ну, я видел ее уже, так скажем. Блин, а я нет. Я это оттуда докручивал. Отдай мне Вольграфа. Отдам сейчас. Вот тебе Вольграф. Отлично. А мы будем убивать те паучьи яйца? Ой, точно. Да, будем. Поближе подошел бы, молодец. А эти откуда тут появились? Молодец. Они из-за тебя появились. Я стоял на месте. Да, я типа тут стоял Да. и Ты бегал. ходил, не я. Да. Это уже конец. Мы все умрем. Да, я опять забыл поменять сцену, я извиняюсь. Ничего Изи, не произошло за это время. Вообще, мы как загрузились, так и буквально на этом же самом месте. о, ну уронил. Вот искренне не понимаю, в чем разница между огненной стрелой и разрывной стрелой. Ну, там должно быть описание. В том-то и дело то, что описание не отвечает на все мои вопросы. Ах, Интересно, да, нужно а упал. если там полью ядовитыми всякими штуками? Хороший вопрос. Так, отлично. У меня такое ощущение, что я бью паучьего яйца, которые не сходят вообще.
Да. Неплохо, неплохо. Ну чуть-чуть. Бердотер, чуть-чуть. А, блин, а вот у меня тут все плохо, на самом деле. Уходи в инвиз. Таки в это вылупились. Уходи в инвиз. Да, да, да. Только я сейчас не могу этим ходить. Потому что уже. Да. Они догорели или там паучки вылупились? Да, там вылупились паучки. Загружайся, все очень плохо. Давай сначала побьем паучков. Там. Вот. Вот. Тут. Ты же понимаешь, что теперь только ты их бить можешь? На кого наслать аватар пламени? На меня, Вольдров на ногах ходи. Правда, лучше был бы не аватар пламени, а... щит огня? У меня нет щита огня. Ех ты. Да, вот такая вот печаль. А может туда за Вольграфа гранатку какую-нибудь кинуть? Хорошая идея. Я даже знаю, что я еще сделаю. О! Это, конечно, отлично, но... А, ну я его портнул туда. А, да, 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 отлично. Я тогда им ходить не буду. Ты специально это сделал, чтобы я туда не смог телепортировать? Подожди. Ты что-то не то. А где взрыв? Я кинул масло, а где взрыв? А масло не дает взрыв. Если ты не знал. Оно просто расширяет действие... Давай загрузимся. Горение. Да ладно, пофигу. Это же просто яйца. Мы что, проиграем яйцам? Думаете, о чем говорите, месье? Так, ну ладно, он тогда пропускает. А я тогда тоже в следующий раз сходить лучше. А ты что? А у меня нету для телепортации ОД, оно вдруг стало почему-то 7 стоить. А не 6, ну, как на моей памяти. Может, ты интеллект себе занизить успел? Да нет, в том-то и дело-то что. Так не, вот... Так, стоп. Так, а что если я сделаю... Нет, так будет фигово. Ах, да! Я не знаю, что делать. Бей то, что наносит много урона. Можешь кинуть свою эту спору. Большую. Нет, оно 9 стоит, а у меня всего 6 очков. Ты думаешь, почему мы тут свитками воскрешениями пользуемся? Можешь пропустить ход, чтобы на следующий ход кинуть. А я отойду за тебя. Не трать ОД, реально, оставь на следующий ход кинешь свою эту ядовитую. Ну ты понял. И оно вот там это... все похиляется, да? Так оно потом взрывом еще взорвется. Взорвется, но там урон от яда, наверное, побольше, чем от взрыва будет. Не-не-не-не, наоборот, ты что? Ладно. А я тогда стану за тебя, чтобы не мешать. Они же сейчас все повылупляются там. Сейчас что ли повылупляются? Наверное, да.
Давай посмотрим. Да, да, и правда. Ну ладно, я все равно бомбану туда спорами. Если не умру. Да. Сейчас так. Да. Как я вот догадался вообще. А теперь, детки, смотрите. Вьюх. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. И ни хрена. Да, раньше эти взрывы наносили гораздо больше. Потому что они хиляются от яда. Нет, 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 нет. Там именно взрывы наносили гораздо больше. Нет, 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 нет. Там и яд, им, и взрывы. Вот эти взрывы наносили сейчас по 70 урона. Всего лишь по 70. Раньше было побольше. У них еще и отравление на 3 хода. Их надо лечить от отравления. Чтобы убить их. Какая ужасная это, да? Да. Фраза. Воистину. Где у меня этот щит? Откуда у тебя вспышка? Кольцо. Кольцо? Или что-то такое. Всевластие, что ли? Да. М. Просто не было видно второго. Вольграф. А, я ему что ли... я забыл, что я ему ноги не сделал. Сейчас, наверное, это уже поздно. Дец. У меня на одном пучке написано, знаешь, вот если я посмотрю, у меня опять очередь забилась. У меня на одном пучке эффект смерть. Алил. Ой. Давай загрузимся. Нет, нет, главное заметь, он умер, когда боль закончилась. Нет, он умер раньше, потому что он умер на последний вот шаг свой, вот прям вообще. Нет. И они все не подожглись, клёво. А теперь подожглись. Да. Между прочим, так нанеслось гораздо больше урона. Так, ну-ка, какие у меня вообще гранаты есть? Только да. Не кидай туда ядовитые. Эх, я так хотел. И гранаты любви тоже не надо. Я сомневаюсь, что любовь согреет пауков. Так, у меня, конечно, эта граната в одном единственном количестве, но я хочу на нее посмотреть. Да. А что она должна была сделать? Она взлетает в воздух, разделяется на 6 кусков и бомбардирует все, что имеет. Да. Чё-то как-то не... Не впечатлило? Да. Ну, чё-то как-то вот так. Ну, мы хотя бы слили 2 из 5. Ну, мы вроде тоже... Слили в прошлый раз так, что осталось только 2 яйца. Но они как раз и вылупились. Да, переднее просто добью. Чтоб вылуплялось поменьше.
Это надо было в прошлый ход призвать, что-то я забыл. Divinity Original Sin. Война с яйцами. Воистину. Вроде попал. А я что-то не понял вообще. А я что-то не понял. Ну я вспышку кинул. Как думаешь, дотянется? Не или знаю. Не дотянется за новым. Вот. Ну вот. Чуть-чуть не Just хватит. Because you can? Да. Мы справились. Это был сложный бой. А теперь туши все. Мне так нравится этот вихрь присыпать тут. Мне кажется, что после такого заклинания все должно расфигачиваться просто в хлам. Воистину. И в сундуке абсолютно ничего ценного. Какая прелесть. Одна стрела, обломки и два белых шмота. Столько нервов в никуда. Сохраняемся. Да, жди, стой. Не бежай. Вот, теперь завершено. Теперь бежим туда. Да знаю, я уже... Во... Черт, я не успел гранату дать. Айва. Иногда он не... Ну вообще... Так, пару секунд. Тут... Я, короче... Так, стоп, ты уже сходил, да? Нет, еще. Угу. Ну, вроде ничего... Это была хорошая идея заморозка или как? Не знаю. Пошли взрыв скелета к паучьим яйцам. А не боишься, что он подскользнется? Ой. Так. Какой талант отвечает за точность гранат? Не знаю. Что я тебе могу сказать точно? То, что есть умение или как там навык. Навык вроде как, который позволяет, который делает так, что гранаты летят точно, всегда куда-то ему указал. Что-то нифига не понимать, что я сотворил только что. Ты ледяные скалы, похоже. Ларк. Да, они не заморозились. Ну, засранка. И они даже пойманы в эту вещь не будут вечно. Они были пойманы, просто кто-то их поджег. А другой... По моей... Короче, один вылез по твоей вине, другой вылез по моей вине. Нет, лол. Но зато проблем с яйцами больше не существует. Можно сходить гранаты под себя. Ну, совсем под себя вроде не было. Но что-то похожее на это у нас как-то случилось. Как-то случалось?
Давай, всего три паука, и один из них лежит. Ты что сделал? Наложил на себя аватары яда. А. Ну правильно, зачем на меня, который стоит в окружении пауков, это делать? Че? У меня сорвалась рука, и байердотер выстрелил куда-то, вообще фиг знает куда. А на тебя я не мог наслать, потому что ты слишком далеко. Ой, все. Ну, бывает. Ага, один еще и увернулся. Лучше сохраню очки. Изя, тут лед. Я в курсе. Отравление, окружение, замедление. Что-то пауки еле тащатся, не находишь? Не сглазь. Только не сглазь. Да вы издеваетесь! Да что у тебя за удары такие? Знаешь, почему ты промахиваешься и у тебя не катает? Сейчас приду. Меня по анимации... Ну ладно. Так, что еще раз говоришь, что со мной не так? У тебя все время, что ты, что Вольграф. Короче, ты встаешь задницей к цели, атакуешь воздух, и цель убивается. Ясно, понятно, это хост виноват. А, вот это, кстати, было непонятно сейчас, почему Вольграфа попало. У меня рука не срывалась. Поздравляю, ты заморозил камень. Угу. Бывает. А мог меня полечить. Наконец-то. А теперь мне его и придется бить тогда. Да как мимо? Ну какого черта мимо? Кстати, смотри, ты на них наложил гниение. У меня теперь резонный вопрос. Они лечатся от яда. Будет ли это тоже лечение им во вред? Я не знаю, вряд ли. Изя, если что, ты стоишь в воде. Да, я понял. Отравление? А, ну оно само себя отравило, короче. Молодец. Не, ну там странно, что оно прыснуло яд. Хотя, касание вампира, колющий урон. У меня 200% шанс восстановить 116 здоровья. Угу. Касание вампира. По-моему, я буду орать, если... как
все круто, когда мы вылезем из этого дурацкого места. Да. Я согласен. Почему оно очнулось? Вопрос на миллион долларов. Потому что взорвалось. Почему оно взорвалось? Вопрос ну тут не я виноват. Умри, пожалуйста. Можешь попропускать, Бердотер добьет. Это дело принципа. Добивай. Как ты долго самоисцеляешься? Ну, у меня хп, извини. Ну. И мы сделали круг до места, где мы были. Кстати, я замечал место, где мы не были. Где? Вот прямо у самого входа. Ну правильно, мы сразу тут убежали. Ого. Буквально. Фу, куда ты опять? Что опять? Ты что-то зашуршал. Я подумал, что ты ушел. Почти. Давай телепортнемся, я не знаю. Давай пойдем в деревню гоблин. Пошли. Мы вроде как в нее и шли, только что-то не дошли. Ну да. Бывает. Случайно паука большого убил. Как меня задолбало это замедление. Вот just imagine, когда... Мы выйдем и мы же будем орать от того, что на нас нет замедления. И как легко враги теперь убиваются. Да. Потому что 4 ОД это очень много. Так, я что-то нашел. Что ты нашел? Не знаю. Железная руда. Оп, мы тут что-то не залутали, я смотрю. Гидрология. Я думаю, нам сюда. Ты карту открой и посмотри. Там прям все видно четнее. Там гоблин охотник, с которым можно поговорить. Назад, свиношкур, тебе не место на святой земле. Может, я и подлая свиношкурая тварь, но ты-то ведь чудо-гоблин. Черт. Какой там счет-то? 2-0 пока что. Черт! Ну, предугадывает мои действия. Ага. Черт. 6-4. 8-6. Да, я победил. Я очаровал гоблина. Грязное извращение. Да, это так. Ты ясно себе... ясно видишь вещи, человек. Кто-то великого духа захочет поговорить с тобой. Он решит твою судьбу, а пока тебе запрещено покидать столицу племени.
Судак Андрос. Крашкас. Гоблин вояк. Склонитесь перед тотемом. А теперь встаньте и приветствуйте небеса над головой. Склонитесь в земном поклоне. Лол. Что-то это не похоже на поклон, если честно. Да, не совсем похоже на поклон. Давай с гоблинским тотемом, что ли, поговорим. Я не могу тебя послушивать. А в этом нету его? Ну, он орёт еще параллельно тут. А, блин, ну ладно. Что это у нас? Один из двух, два из одного, вырваны из времени. Ха-ха-ха. О, я знаю о тебе все, изгой. Больше, чем ты знаешь о себе. Среди моих верных слуг ты можешь остаться, и никто не причинит тебе вреда. Но только в том случае, если удовлетворишь мое любопытство. Я думаю, знаешь ли, размышляю о том, что было и что будет. Мне интересно, не ответишь ли ты на несколько гипотетических вопросов, если они действительно гипотетические. Я жду твоих вопросов. Тогда начнем. Допустим, ты видишь на берегу двоих солдат. Эти грубые пьяницы преградили тебе путь. Подчинишься ли ты приказу следовать за ними, или пойдешь своим путем к черту их? Мы их отрезвим, да? Да, мы их отрезвим. Приотрезвим. Я выполню их приказ, они все-таки солдаты. Чего они под землю закапываются? Изя? Изя опять куда-то убежал. Эх, так, Изя. Да меня отвлекают каждые 5 минут. Уже не могу. Так. Поздоровайся с Эрмином. Не, я не сверну с выбранного пути. Не я. Я не сверну с выбранного. Я не сверну с выбранного пути. Я вроде так и сказал, нет? Ладно, все. Привет, сырными. Да ладно, будь другом. Давай ответим, как я скажу, ладно? Твоя кончина станет для нас страшным ударом. Пусть этот шаманский столб тебя не обманывает. Да, надо бы мне будет этот накинуть, трусы. Давно этого не было. Да, очень давно. Даже не знаю почему. Изя, там есть другие кнопочки, ты знаешь? Знаю. Черт. 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 Что, решающий? Да. Ех. Хорошо, пусть будет по-твоему. Пусть им ты видишь голодного человека. Он смотрит на сырую рыбу, лежащую на лотке торговца. Смотрит так, словно это величайшее сокровище. Ударишь ли ты его по рукам и закроешь глаза на то, что он замышляет преступление? Господи! Почему такие провоцирующие вопросы? А я нет, я закрою глаза. Ты ошибаешься, подумай немного и измени свое решение. От этих ответов зависит наша жизнь, подумай об этом. Черт. Бывает. Черт. Бывает. Черт. Бывает. Что?
Хватит говорить, это как какое-то заклинание. Колдун. Фух. Нет, 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 сделан ты как я, говорю, и все. Наконец, ты видишь существо, которое попало в беду. Возможно, вьючное животное, его ранили, когда он защищал своих хозяев от подлых разбойников. Ты делаешь ли ты все, что в твоих силах, чтобы спасти его, хотя это совсем не твое дело? Или бросишь его умирать, и пусть его склюют стерегатники? Я все делаю все, чтобы спасти его. Я тоже. О, какая наглая ложь, твои слова и дела сталкиваются, словно огонь и вода, превращаясь в пар раздора. Слушайте голос духов моего, блин, убейте змеиное сердце со змеиным языком. Ой. Бей, кали, сдирай шкуру. Фу. Что? Кто тут у нас врал нагло? Ну ладно, загружайся. Прекращена работа программы Divinity Original Sin Enhanced Edition. Отлично. Замечательно. Что с этими сейвами не так? А я загрузился. Загрузил? А, нет, что? Уже нет. Так, ну, этих-то мы плюнули на них, этих самых. Пикагеймик во все поля. Знаешь, что с Ирнами там... И у нас игра нормально, без багов, вообще не вылетала часов 60. 57. Ну, 57, ты чуть-чуть еще и подмечаешь, что ли, так? Вот, перед ходом в деревню как раз. Инвайтники мы позовите. Боже, вот эти божественные... Так. Я вижу, они пиксельные. Что пиксельные? Да у меня в настройках тени стоят по минимуму и в главном меню. Там же в правом нижнем. Ух, черт! Я здесь гоблина еще не очаровал. Давайте, я верю, ты сможешь. Тебе дать трусы на очарование? Нет, не надо. Ну, может, я попробую его очаровать, а? Это все ты, да ты. Обаяние качал, я очаруешь ты. А, ты уже. Да, все, я победил. Окей, это было быстро. Так, сейчас. Ты Вольгрифа мне дай, а то он остался без негатива. Ага. Так, я сейчас пару секунд отойду буквально, пару секунд. Мам, что? Давайте пока посмотрим, как гоблины падают и танцуют, закапываются. Собирайтесь вокруг тотема, гоблины. Эти зовут вам, умрите за меня, мои гоблины. Отлично, они реально умерли. Ну, в смысле, почти реально. Восстаньте из мертвых, пейте отличный ром. Эх, мне бы так. Крашкас, Садакандрас, Каотикас, просто это вояка, Никус, Латрот. Чё, могли они сделать нормальную анимацию похлона? Что за клёвное падение? Кто до этого догадался? Кстати, из мертвых хочешь, бородач? Я бы умирать не хотел сначала. Так. Я вижу корзину. А, пусто, зараза.
Да что ж они все пусты? А, нет, граната. Где здесь еще? Корзины. Девы. Не, это стол. Стол воровать я не хочу. Блин, ладно. Не бери на себя это бремя. Бремя умирать, что ли? Вообще, где мы и куда все это ведет? Ага. Угу. Я здесь. Давай. Сохраняйся сначала. Я уже сохранился. Да? Прям как отойти, да. Ладно. Блин, мама вышла из автономного режима в Стиме и не может... И не могла в него зайти обратно. Потом там такая Давай. Фигня, что меня могло из Divinity кикнуть, потому что там мой аккаунт. Эх, вы. Вот так вот. Давай, так. Отвечай. Вопросики сейчас. Так, да, жду твоих вопросов. Лично беговых солдат, они пьяненькие. Я не сверну с выбранного пути. И я тоже. Так, видишь голодного человека, смотрю свою рыбу. А, мы... Блин, ты не помнишь, что мы с этим вот раз человеком сделали? Мы закрыли глаза. Мы закрыли глаза, по-моему. Да. Ну и что, который попал в беду, сделал все, чтобы спасти. Ты отвечаешь мне правдиво, существо вырванных языков. Вы слова соответствуем делам. Слушайте голос духов, мои гоблины. Не пронзайте это существо копьем. Оно может жить среди смаз. Бремя вечной жизни. Ну, чего ты решил, что это будет мне бремя? Так. Вольгов недоверчиво глядит на бьющих поклоны гоблина. Кажется, он думает, сколько же тут рыболетных людей. Я что-то не могу найти, что сказала Бэрдоттер. Если они счастливы, то кто мы такие, чтобы им мешать? В вашем мире я видела, как куконялись чем похоже, чем кусок дерева. Да, поговорим там с Микусом, он тут рот. Давай. О, у Микуса есть интересные так, вещи. Не заканчивай разговор с ним. Ну так себе, вещички. Точнее, очень так себе. Да я сам сначала на них посмотрю. Угу. Блин, эта зараза пошла. Тебе придется ждать, пока не танцует. Танцуйте, гоблины, порадуйте меня веселой джигой. Так. Не скажи, у него есть свиток воскрешения. Это мираж. Дверь. Тут есть дверь, которая, видимо, ведет к тотему. Да. Сейчас подожди. Сначала надо сделать сам знаешь. Так. Это телепорт. А, вот искушение, палочка. Ну ладно, золотом добью. И надо было взять этот. Ну что, будем всех уж обкрадывать? Я хочу посмотреть, что у других есть вообще. Я тоже. О, этот стрелы, например, продает Латрот. Да, Кио, в этой игре рассказывали про шаманчика, который знает одно хитрое место. А чё Каотикас продает? Тоже ничего ценного. То есть вообще ничего ценного на самом деле.
совсем все очень плохо. Пойду открою портал. Давай. О, у нас 15 тысяч, одна битва, и мы 15-е. Неплохо, неплохо. А чё ты костры потушил? Потому что меня бесит то, что персонажи красные. Эх ты. Крашкас. А вот Крашкас, кстати, продает кучу-кучу всяких зелий. Я поговорю с Адакандросом. Попробуй. Грязь. Снова говорит твой болтливый язык. Может, ты поджари его? Хочешь того... Хочет того тотем или нет? Расскажи о себе. О, грубый невежественный свиношкур, я Садакандрос. Вождь гоблинов, я носитель тотема, повелитель земли и неба. Однажды весь мир склонится передо мной и шепнет мое имя с уважением. Вот кто я, гнусное насекомое. Садакандрас. Кто такая Грутильда? Она свинашкожая и главная сучка орков, слабаков из пустоши охотника. Иди туда, о да, и она сделает тебя своим рабом. Хе-хе-хе. Присмыкайся, человечек, присмыкайся перед ничтожной арчихой. Значит, это твоя деревня? Деревня? Ха, это же столица племени, наша священная земля. Тебя еще не убили только потому, что так повелел тотем. Я бы с радостью обратил тебя в рабство, как и всех остальных человеков. Тех, кого посылает орочья сучка Грутильда. Я ухожу. А также с ним можно торговать. Но не... Что-то не посмотрел, что у него есть. Окей. Поэтому будем смотреть, как он падает в земном поклоне. Так все начинается сначала, да, я просто посмотрю, что они в карманах, а потом вагонами тягают. Мы не воры, мы спасаем этот мир от ужасного древнего зла. От денег. Да. Чужих, естественно. Ой, у него что-то полно всякой всячины тут. Я и не скажу, что... О, парень со стрелами. А, ну да, ты же говорил. Там-падам, пам-падам, пам-падам. Так, стрелы очарований. Наконечники. Ну, как здесь можно долго бегать-то, а? Блин, не успел доворовать. Сейчас, куда он пройдет на Илвизе? Так, хотя, Изи, сохранись. А ты кого слушаешь? Вопрос такой. Лотрота, который со стрелами. Ай, блин, точно. Не получится, загружайся. Я ж... Там уже, да, воровать нельзя, я забыл об этой особенности. Какой-то очень странный особенность, что у единственных воров что-то все очень плохо. Чего? Там, если один раз своровать, то потом можно будет своровать фиг знает когда. Вот в чем дело. То, что после этого он тут же говорит, а я тебя спалил, что ты там делаешь такое? И что-то вроде этого. Ну что, полезем в люк? Ща. Садакандроса надо еще тоже. Да, у него много всякой ерунды. Хотя зеленая краска выглядит неплохо. Да. Ну, пустые палочки на самом деле, что же еще вроде что-то эдакое. Ладно. Ой, не хватает опыта, фух, слава богу. Че не хватает опыта? Нельзя брать, в общем. Понятно. Пойдем в люк.
да, ушли. Мне кажется, нужно заинвизиться. Но нет, так нет. Изя, корзины? Куда да, они... вперед? Ну, какая разница, когда мы их обчистим? А тут не... Ну, не знаю, сразу приятнее. Ну, ладно. Кром Кромкис, отлично. Здравствуй, мой добрый союзник. Хочешь поговорить? С тех пор, как тотемы попросили гоблинов пожертвовать свое лучшее снаряжение шаману, у меня полно товара. Хи-хи-хи. Ты просто шаман, ничего больше. Не хочешь объяснить, что здесь происходит? Значит, тебе удалось обнаружить мой способ управления племенем. Здесь нет ничего такого, уж поверь мне. Видишь ли, недавно один из моих соплеменников наткнулся на таинственный красный камень. Он был блестящий и красивый, поэтому мы вставили его в наш тотем. Но вскоре раздался голос демона, мрачный как ночь. Гоблины решили, что с ними говорят явившиеся духи. Если раньше не обращались за помощью к шаману, то теперь слушают только проклятый тотем. Но я не собирался сдаваться. Я нашел эту пещеру и собрал это устройство, которое позволяет мне давать советы с помощью тотема. Демон не суется сюда, пока вокруг льется достаточно крови. Хотя, когда настало время вас допросить, он все-таки появился. Не понимаю, что такого особенного может быть в толстокожих свиношкурах. Но я совершенно не понимаю, почему мы не можем заняться этим сами. В конце концов, пусть лучше за ним присматривает один из нас, чем этот странный демон. Разве нет? Нужно решить, что делать с этим обманщиком. Да ладно, искатель источника, не стоит вмешиваться в дело гоблинов. Тебе нужно просто вылезти обратно по лестнице и заниматься своими делами. Так, ты не можешь сейчас посмотреть, что, чем он торгует, да? Нет, он не торгует. Он же сказал, что он может торговать. Ну, у него книжки навыков разные. Ужасный крик мастер от чародейства я надел новичок, я надел испал школу ударов. Цепная молния есть. О, вот цепную молнию возьми. Так, дождь стрел, кажется, у нас уже был, да? Да. Свиток метеорит, свиток ужасный. Так, свиток дикое пламя, сгусток волшебного пламени, который разделяется при ударе и наносит 157-180 урона огнем каждой цели. Высовенная земля. Высовение лечит советников вокруг вас. Это все свитки. Вызов ядовитого слизня. Геомантия мастер. Хм. А геомантию больше качать не буду, я думаю, поэтому не надо. Я второго мастера в геомантии не хочу. А у первого в геомантии у тебя это споры эти, да? Да, споры. Мастерские споры. Так, ледяная стена у тебя уже есть, да? Да. Ну, в принципе, тут больше ничего такого-то и нет. На, денег возьму. Ты спер цепную молнию? Да. Гоблины должны узнать, что ими командует жулик, и мы им об этом расскажем. Верно. Они будут в шоке, узнав, что ими управляет какой-то жалкий шаман. Я не позволю тебе распространять гнусную ложь среди моих братьев. Не уйдешь по добру, по здорову, пеняй на себя. Неплохо, неплохо.
И угадай что? Они не призванные! Да естественно! С какой, кстати, им призванным-то быть, а? Не мели чушь. Вот это прикольно получилось, да? У меня да. Сходить. Молодец, молодец. Да что за мимо? Ладно, двачка так двачка. О, труба, которая ведет наверх. Сейчас, секундочку. Так, защититься от нокдауна. А, отлично. Так, элементаль земли невозможно уронить. Ясно, понятно. Ну ладно. О, вечер как на тебя сработает. 59%. Чё-то все очень плохо. Не сильно он контролится. Неплохо, неплохо. Главное, все из него таки выпало. Так, не. Блин, я забыл посмотреть на форуме тему по поводу. Не у всех ли пропадает музыка? А, ну не знаю. А, блин, я же землей блю еще немного. Угу. Что-то я забыл. Оу. Я смог. Да, нифига себе парализующий удар. Но он же не двигается больше. Точно, наш сзади один был. А добиваем. Эх, почему эта штука шмот не забирает? Дикое пламя, свиток метеорита, книга навыка самосожжения, свиток града, свиток ужасный крик, книга навыка выколоть глаза, это тебе. Наложение невидимости есть. Мне, смертельный удар, огненный шар, подножка дикое пламя, удушевленный свиток гроза. Свиток смертельного удара не хочешь взять? Так же чародейство. Смертельный удар? Чародейство? Да, он книга навык смертельный удар, чародейство, мастер.
Че, серьезно? Да, серьезно. Офигеть. Ладно. Оставь мне тебе. А. Ну или если у тебя есть, скинешь мне потом. Так, крыса. Ой, я на крысу нашел. Эти забавные трубы позволяют управлять всей гоблинской деревней. По крайней мере, об этом все время бормочет их шаман. Да ладно. Сейчас я книжки тут расположу как надо. Отлично, у меня уже три такого боли. Стрелы. Ё-моё, стрелы, я сколько успел наворовать. Эх, смертельный удар, дробящий урон, цель, находящаяся рядом с вами. 9 этих, ну офигеть. Ну, чародейство я вряд ли докачаю до такого состояния. Ну ладно, посмотрим. Качай, Изя, это полезно. У меня такое ощущение, что заклинание воскрешения не существует. Сказали, есть, что это? Ну мало ли. Они, может быть... Хочешь сказать, не наврали? Может быть, они, сравнивают с обычной версией, а в Enhanced Edition ее вдруг... там, допустим, удалили. Ну, не знаю. Смысл удалить заклинание? Слушай, я сохранюсь сейчас, да? Вот даже... Вот сохранюсь один раз, сохранюсь второй раз. Привет, Фоксич. И? И я хочу сделать вот так. Что ты сделал? Это было смертельное касание. Я просто хотел посмотреть, какое оно по анимации. Я не увидел. А, как касание вампира у меня видел. Такое же примерно. Такое же примерно. Ну же был урон наносит. Ну тебе нанеслось 360. Притом 240, по-моему, где-то у тебя это поглотилось. Да, 10 часов, сказал я. А я тебе тогда ответил, но ты, видимо, уже ушел, не дождался, то что, естественно, 200 часов. Причем дополнительно еще 50 сверху, потому что мы их потратим на торпу. Сколько ты играли? 60 с плюсом сейчас. Байердотер, Я все делаю стрелы для Байердотер, делаю, а ты редко пользуешься как-то. Чего? Говорю, стрелы для Байердотер, посмотри, сколько, скажи. Стрел у Байердотера, офигенно сколько стрел. Я пытаюсь пользоваться. Просто я чаще навыками пользуюсь. Вихрь стрел там и все такое. Рикошет тоже дико бьет много. Мало как-то. Но это примерные подсчеты. Очень такие примерные. Так, ну что, Изи, давай. Дождь стрел, что ли? Сейчас, погоди. Сохранюсь. А, 15 уровень. Да. С помощью устройства шаман может говорить через тотем гоблин. Возможно, вы тоже можете один раз так сделать, пока гоблин не заметит, что у вас странный голос. Что вы скажете? Хочешь себе новых друзей, а? Да. Станете друзьями. Ну, просто есть вариант, вы осыплете искателя источника дарами. Или давай уж вы станете друзьям искателя источника, которому будет позволено свободно ходить как в деревне, так и ее за пределами. Все. Еще много. Да, еще полным-полно. Все, ого-го, как. А уровни у нас 14 почти 15. Угу.
Так, говори с Адакандерсом, как он к нам теперь относится? А кто их собрал? Че, тут все подозрительно как-то. Все? Он к нам лучше не относится что-то. Может, загрузимся их дарами, а? А когда я сохранялся? Вопрос такой. Ну, вроде недавно. А, ну вот, вроде перед тем, как это... Да. На тебе удар применить? Да, я помню то, что еще демон этим занимался, только я что-то... Только я думал, что все-таки вот эти вот этими плясками занимается не демон, а шаман. Но раз этим занимается демон, то ну ладненько. Скажи, чтобы они осыпали нас дарами, я пока стрелу надену. Гоблины, вы осыплите искателя источника дарами. О! Давай, секундочку. Садакандрос. Искатель источник. У тотема мы оставили сундук с сокровищами. Примите дары, которые мы с радостью преподносим тебе. Ей! Что там, что там, что там, что там? Я, короче, не менял. Смотри сам. Но это всяко лучше, чем ничего. Ну да. А чё мы ждали от гоблинов? Эпический меч тысячи истин? Почему бы нет? Ну да, это же Divinity. Why not? Так, ну-ка, какие свои грибы я еще не жрал? Так, я мухомор еще не пробовал. Только сомневался. Дневной язык. Епиния. Сопротивление огню. Кость нам дает броню. Вау. Горячий отставляет ли надоел? Да, еще прикольненько. Шутки все прибывают и прибывают, шутеечки. Баги все прибывают и прибывают. Да, баги прибывают тоже. Меч камни. А, это случаем здесь не... Диван Divinity, это вот меч, который тупо в камне, да? То есть он вместе с камнем идет в комплекте. А ты не с магикой или путаешь? Возможно, я путаю с магикой. То есть, в смысле, это именно что совсем оружие, которым ты пользуешься, меч в камне, это в магике было. А в Divinity меч в камне был, только не помню, что он делал. Так, что я забыл сделать? Что я вообще здесь делаю? Что-то у нас в дневнике очень много незакрытых вещей. Ну, рабы и господа. Этот раб имп, тот самый Фредерик, которого мы убили. Значит, нам нужно будет просто его импа найти. Шесть искателей источника — это наша голая правда. Это вот Лоренс. Мы не приняли взятку, значит, кому-то про него надо рассказать. А, точно, когда вытаскиваешь... Да, 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 да. Только Изя не читай, что там Кио сейчас написал, ладно? А то это тебе будет этот самый... Я уже прочитал. Эх, Изя, Изя... Я забуду. Такой молодец. Спойлер я забуду, в принципе. Да, привет, Сандра. Вот, внедрение к непорочному это там, история генерала это по пути, узы душ по пути,
Сори, генерала почему-то вторая, пропавшие нити. Это звездные камни. Дикая женщина, это Бэр Дотер и Этан Бэра. Близники льда. А почему узники льда открыты до сих пор? Мы же были в тюрьме. Вот не знаю. Вот а Фиракс... это тоже потом. От Фераксиса бандл может интересно. Insane Fox, знаешь, в чем проблема этого бандла? У меня там, наверное, процентов 80 этих игр есть. Аналогично. У меня оттуда нет только Sid Meier's Starships. Который не очень. И Sid Meier's Civilizations Beyond Death. Изя. Да. Мы язык забыли кролику вернуть. Язык чего? Кролику язык. Да вот именно, мы не нашли кошку, что ли, мы должны были найти. Нафиг его знает. Я не помню, он на кого-то пожаловался и... Правильно, надо на север и восток. Ну ты же помнишь, где мы его нашли, да? Ну помню. Я помню тоже. Вообще, давай к нему сейчас вернемся, это значит надо дорога на Сайсио. Вот сейчас ты портнулся к... Сейчас... Ну, потому что я на этой карте еще остался. А, ну ты так захотел. Да, да. Ну так быстрее до него подойдем. Ну это интересно, Sid Meier Pirates интересная штука или нет? Вроде отзывы хорошие. Наркомания все прибывает и прибывает. Мы скорее друг другу сильно очень помогаем этой наркомании. А тебе что? Нравится цивилизация? Вот, кстати, этот кролик. Да, я знаю, поэтому я сказал, что так быстрее до него будет добраться. Я не вожу цивилизацию, если честно, не играл. А не хочешь научиться? Не знаю, если честно. Я как-то больше по космосу просто. Господи! Ты уже забыл, что он ставит звездочки. Да. Многоточие? Так, кошка язык откусила. Кролик Валь показывает на северо-восток. Туда выписал зачатную кошку. Северо-восток. Н-Нов это у нас север. Северо-восток это... Это гора. Я сейчас вошел в... Да, мы сейчас вошли в камень. Ну северо-восток это же этот. Не, это лес просто север, уже. В том-то и дело. Это просто север, и даже чуть-чуть в другую сторону. Ну, наверное, в Лукуле в лесу, нет? Давай попробуем. Что иначе тут на карте-то больше и негде. Да ты, ну. За спам скайпа. Так, секундочку. Я видел там, где мы не достали одну звездную пыль. Так, а вот теперь на северо-восток отсюда. Тут помет тролли есть, необысканный. Ты его обыскал? Нет. Все, я обыскал его. И что там есть? Ничего. Мне все-таки что-то подсказывает, что кошка не здесь. Да ты именно, что-то тоже кошек не видел. Ну там тоже, сам посуди. Да, северо-восток там тоже нигде не находится. Труп Истрид? Что? Что это за труп Истрид? Хороший вопрос. Ой, воу. Съедать всю кровь. Лол, извращенец. Так главное, меня не вампиром назвал, а извращенцем.
О, тут сундук, который мы не обыскивали. И что там? Не знаю, посмотрим. Дурацкий арбалет и дымовая граната. О, Сол, спасибо за хост. Подожди, а дурацкий арбалет, он так и называется, дурацкий арбалет? Нет, он белый. А. Я знаю только одну кошку в этой игре. Поэтому давай-ка себе в конец времен. Нет, там же вроде такого варианта не было. Дело тоже не помню, но надо проверить. Ну давай, попробуем. Потому что я реально кошек больше не видел. Кроме как те, которые в Сайсиле 2. Слушай, а мы с Арху встречались вы? А по какому поводу у нас Зигзагс тут сейчас приветствует? Мы использовали, потратили камень. А, чудесно, вы снова здесь, угадайте, что случилось? Вы, наверное, уже знаете, что означает моя радостная суета, ну или догадываетесь. Посмотрите, ваши старания были не напрасны. Последний найденный вами камень позволил ткачихе восстановить еще часть гобелена. Нас ожидает еще один лакомый кусочек давно затерянной истории. Мы раскроем новый фрагмент ваших похождений. О, это потрясающе! For millennia, the God Box was flanked by the two devoted guardians. But Astarte's playmate, a creature called the Trife, turned her attention to the forbidden box. I may know a way to destroy what's inside, hissed the scheming creature. Together, we can set the guardians free. Open its lid, Astarte, and we can have a look together. Astarte trusted her friend and assented. She pitied the guardians and welcomed a chance to free them. Let me help you, she whispered into the ear of one. I know your duty, but you both deserve a chance at freedom. Haven't you suffered enough of this chore? She asked the other. Look, your companion is free already. The guardians, unaccustomed to such attention, started. She had planted a seed of curiosity within them, rekindled a desire that had, for eons, lain dormant. Slowly, they glanced at one another, and the Trife's trap was sprung. У меня только один вопрос. Как можно было иметь. Как можно иметь друга с именем Нечистый и поверить ему? Я не знаю. Нас соблазнили, обманом вынудили забыть о своем долге на кратчайший миг. Мы всего лишь обменялись взглядами. Если это грех, то во всем мире нет безгрешных. В ящике был дракон пустоты, а мы должны были неусыпно его оберегать. Изречитая, что Арх откусил язык кролику. А чё Бэр дотер со мной? А, я с тобой. Ладно. Ну, войну отдал Апхэт. Тем более, что вот единственный реальный кот, который мимо мог там пробегать, это только он, потому что мы его в Лукуле видели. Остальных котов там нигде нет, рядом. Я слышала легенду о Прантуе, смертной, которая поклялась вечно поить богов. От однообразной работы она сошла с ума, так и не успев утолить божественную жажду. Разве не странно, что боги позволили смертным взять на себя такую невероятную ответственность? Боги были правы, что с уважением отнеслись к желанию этих храбрых смертных. Что толку уважать заведомо невыполнимые желания? Боги должны быть прозорливы. Похоже, люди свободны даже от воли богов. Свободны и в победах, и в поражениях. Мне кажется, это не лучшая судьба. Так, что там за независимость полностью сделала?
Независимость, сила воли. А исполнительность? О! Что, откроем следующее? Давай воздух. Ну, давай воздух, хотя я думал, что землю лучше будет, наверное. Ну, я уже нажал воздух. Я могу согласиться. Давай. Забей воздух. Да, это окончательно. Тем более у тебя есть там пару заклинаний. Точнее, ячейки. У меня новичковая эта штука, так что... Прочитаешь элементали воздуха? Это место прям-таки дышит бурей и грозой. Странно, что нас здесь демон не встретил. Хотя он должен быть там. Ну, наверное... Мои дорогие хранители, как же я рад видеть, как растут и крепнут ваша сила и доблесть. Все же я сомневаюсь, что этого хватит. Сумеете ли вы вновь стать теми великими воинами, которыми были когда-то? Ох, и в конце концов вы все равно остаетесь младенцами, младенцами, не способными выжить без материнской груди. Но вы всегда были как дети, верно? Все мы останемся детьми в глазах богов, и все же они поручили вам невыполнимую задачу, а потом обвинили в том, что вы не справились. Какими же глупыми бывают божества, какими бессердечными. Знаешь, я чувствую себя ребенком в большом и незнакомом мире. Думаю, чтобы повзрослеть, нам надо найти больше звездных камней. Так, слушай, это женский элементарь. Та-ля-ля, тру-лю-лю, там-там, парам-папам. Ох, ну привет, извини, не заметила. Похоже, я опять витала в облаках. Расскажи о себе. Что? Ой, извини, я просто задумалась, что было бы, если бы люди ели носом, а не ртом. Ладно, что ты хочешь узнать? О да, увидев, каким воздушным стало это место, я сразу же захотела здесь поселиться. Здешние ветра отлично прочищают голову, но не волнуйся, я достойно заплачу за проживание. Мои познания в области магии воздуха подобны сильнейшей из бурь. Да, тут местные ветра настолько хорошо прочищают голову, что прям от мысли. Я хочу учиться магии воздуха. Хе-хе, да, дыхать спагетти, ой, ух, извини, хочешь шагнуть навстречу урагану знаний? Вот, смотри. Так, ну-ка, что у нее? Ну, кстати говоря, у нее еще и ассасинские штуки есть. Отлично. Видишь, как я правильно отгадал. У меня есть. Убивающий удар, что если больше дожить, то меньше здоровья должен быть. Почки уже у меня есть. Очередная книга. Мой друг и союзник. Кажется, мое бремя невыносимо, и мне не с кем разделить его, кроме тебя. Разве это не странно? Меня возвысили, я же теперь правитель мира. Но если так мало... Но если это так мало значит для меня, если вообще что-то значит. Я постоянно думаю о ней, я снова и снова вижу ее падение. Я вижу, как оно поражает ее. Оно увидело уязвимое место и нанесло удар. Как же быстро, по нашей вине. Мы испугались и потом подвели ее, но никогда не признавались в этом. Может, время пришло? Ну, взгляни, ничего особенного нет. Я сам посмотрю. Буря. Ну, трокировка имхо за 2 ОД, правда, но мастер это вообще не тянет. Я вот сейчас не понял, ты все-таки говоришь, что это хорошая или плохая вещь? Плохая вещь. Так, не, она сама по себе хорошая, но не мастерская оно должно быть. Я скину. Ладно. Пошли пытать арфу. Зачем его пытать? Да там, мне кажется, он просто так не ответит. Сволочь! Ты стащил язык этого бедного кролика, как ты мог? Мы тебе доверяли, да? Да. Стоп, где это тут? Так, не в ту сторону. Не в ту сторону нельзя.
Ты знаком с Сэмом? Я помог твоему собрату Кату завоевать сердце Максим. Что? Какой ты блохастый недоносок похитил сердце роскошной черной красавицы? Ах, нужно было действовать решительно, а теперь она ускользнула из моих лап. Что? Почему ты так на меня смотришь? Она же прекраснее всех человеческих женщин, которые я когда-либо видел. Кроме того, Катя отрастить легче, чем детей, уж ты мне поверь. Не, он что-то у него. Он дело говорит. Значит, все-таки не он. Ну, это мы читали. Что-то как-то здесь нету у него все-таки. Значит, пошли в Сайсел, значит, кто-то из тех кошек. Да. Так, они сейчас у мэра, наверное, оба, да? Да, по-моему, у мэра были или в таверне. Они, по-моему, в таверну убежали. После. Нет. Они у мэра. Короче, я иду к мэру, ты идешь в таверну. Так, ну у мэра их я не вижу. В таверне тоже. А то, что кошка откусила, может быть, просто оборотом речи? Ну, он просто указал... Возможно. Он непотопляемый Сэм, вон. А где его? Ой, он мне говорит мяу. Как, окей. Прекрасно. Он поговори с ним. Что-то не вижу эту. Нету. Зачитаешь вот это? Мой друг, мы поженились. Ты можешь в это поверить? О, какое это счастье, какое блаженство. У нас будет целое племя котят. Крошечных Сэмов и миниатюрных Максим, которые... Можно будет встретить на каждой крыше и в каждом саду Сайсел. О, меня переполняет чувство. Давай, Максим. Так. Ты знаешь, что мэр Сайсел считает тебя, как бы это сказать, собакой? О боже, что он сделал? Какая наглость! Я знал, что у него плохо со слухом и здравым смыслом, но это низость даже по его стандартам. О, Максим, успокойся, представь себе океан, настолько набитый рыбой, что он буквально вываливается, что она буквально вываливается на берег. Ну ладно, негодование прошло, меня уже не так беспокоит, что этот мэр-идиот назвал меня словом на букву «С». По телу Максим пробегает дрожь, и ее усы нервно вздрагивают. Мне это решительно все равно. Так. Насчет непотопляемого Сэма. Стоять, только когда убежал. А ну читай это дальше. Это читали. Это я читал. Давным-давно. Окей. Поверим тебе на слово. Ты же не станешь нам убирать? Да. Ну что, какие идеи? Вообще. Он указывает на северо-восток, вот тут меня напрягает. Так. Тем более, когда говорим, кошка откусил язык, он кивает. Показывает на северо-восток. Север? Вот восток должен быть, по сути.
М. Бородач. Бородач. Ты меня слышишь? Замечательно. Эх, фу, просто со стрима взял и отошел. Самит какого-то, какой-то, которого мы не обыскали. Ну-ка. Поговорим с ними. Ничего интересного. Ничегошеньки. Чё-то я не знать, где может быть эта штука. Ну, никаких кошек здесь не видно. Печальку. Сильно дальше спойлить. Ну, ладно. Ну, ждем фо, ждем фо. Я просто редко поглядываю в чат. Как у вас выходные прошли, товарищи? Они ведь к завершению идут. Северо-восток.
Да. Точнее, северо... Да, северо-восток. С ума сойти, как... Понять, что это далеко дальше. Фу. Ах да, можно же делать. А... Вот так. Их, у тихо, тут орчило, не надо. Мне интересно, почему. А, ну куда перевести? Да, Лапхед сказал, что прохождение квеста с кроликом сильно дальше. Ну, не теряйте ладно. На это времени. Стоп, а где? Рядом с деревней гоблинов. И нас телепортнул только что. Там орки держат. Одного раба. Пойдем освободим раба. Секунду. Какой-то он костлявый, мяса совсем нет. Гоблинов. Гоблинам-то вообще не надо. Пущай работает, добывает для нас золото. Золото. Куплю еще одного человека. К ужину. Привет, мам. Ты человека не убей только. Наверное, здесь он не убьется. Убьется. Ты уверен? Ну смотри-ка, живой, да. О, давай ты его почитаешь. Сейчас. Да, Боксарат, тебя все семь богов. Если бы не твое своевременное вмешательство, я бы оказался либо в котле какого-нибудь орка, либо в гоблинском законе для рабов. Куда эти грани у меня должны были отвезти. Как ты здесь оказался? Я из пустоши охотник, это к востоку отсюда. Послушай моего совета, держись подальше от этого жалкого места. Ведь сейчас там всем людям угрожает опасность. В ночи пришли орки, и против них у нас было не больше шансов, чем у кур, закрытых в курятнике в составе волков голодных. Не говоря о том, что наша защитница Мадора ушла еще раньше. Те, кто пережил кровопролитие и ужасную ручь, вот все стали рабами. Меня должны были продать в рабство гоблинам, но эти идиоты-орки отказались платить троллю за проход по мосту. Стоит ли говорить, что началась драка, и в этой драке тролль держал блестящую победу? Секунду. Привет, Дарк Мао. Что у меня этот смайл как-то странно отобразился. Ты ее когда стримить будешь? Ты опоздал, я ее уже стримил. Ой, на SK2TV до сих пор новогодние смайлы? В старом чате. В старом чате, какая прелесть. Новым уже новые, в смысле, измененные. Только наша славная троица спаслась после этой бойни. Мы решили немного передохнуть. Ну, то есть после боя мои охранники орки снова проголодались. Если бы Пуховый Пит выжил, его бы сейчас освежевали и нарезали кусками. Эти орки настоящие дьяволы. Я хочу задать тебе несколько вопросов. Давай. Расскажи мне о гоблинах. Гоблины уже давно командуют в шахтах Серой Глена. Они захватили их силой. Насколько я понимаю, бывшие шахтеры даже не знают, что в шахте теперь работают братья из пустоши охотника, оставшие рабами. Ну и тем хуже для них. Расскажи мне еще о шахтах. Не спрашивай меня, почему там начались такие разговоры. Я понятия раздоры. Не... Такие раздоры. Я понятия не имею. Если честно, то и выяснять не собираюсь. Я ухожу. Еще раз спасибо за то, что спас меня, о герой. Пожалуй, я помчусь в Сайсе. Надеюсь, мертвяки там уже стали помедленнее и не смогут меня поймать. Да, у нас уровень же. Да. Стрела. И белый шмот. Таланты. Давно их не было.
Так, ну-ка, 4 очка, которые я ни на что сейчас потратить, блин, не смогу. Военное дело апнуть. Волк-одиночка. Нет, такой не надо мне пикать. Навыки. Вот что я хотел? Не знаю. А, я прокачаю аэротургию. Да. И... изучу сразу два мастерских заклинания, потому что это 15 уровень. Ишь ты какой. Ну-ка. Что? А. Ладно, заюзаю в следующем бою. Эх, ладно, посмотрим, как это будет работать. Посмотрим. 8 метод требует, да? Угу. 8 это у нас 7. Ну, неплохо. Неплохо. Бля, да, пошли куда-нибудь. Сейчас я думаю, что взять. То есть я могу взять плюс 2 очка для способностей, и тогда я апну военное дело. Но это, наверное, так себе идея. Я теперь думаю, броню апать или здоровье? Как думаешь? Не знаю. Ох, у меня осталась одна ячейка. Как тебе такой расклад? Брони всего лишь 9 дается, а вот здоровье в подсадке, поэтому здоровье себе возьму, пожалуй. Ну, 100 здоровья. Ех. Так, сейчас. Оковый бой. А, да, надо сначала забыть кое-что. Так. Определяет удачу при поиске сокровища, повышает рейтинг нападения. Вот давай талисман удачи Бэрдотер покачаю. Качай. Я сразу на 2 раскачаю, тут рейтинг атаки немножечко возрастает, и она будет шмот лучше находить. Талант Грубиян позволяет наносить на 50% больше урона противника с эффектами замедления, увечья или нокдаун. Уже есть. Но я только замедление могу насылать. Нокдаун, увечья я могу. Ну... как тебе ТЭ? Ну, неплохая ТЭ. Может, друг животных взять? Зачем? Что? Тебе меньше кроликов ловить придется. Изи, не хочешь вонючку себе взять? Ну, отношение окружающих на 25. Ты и так у нас этот. Не, невидимость есть. О! О! Крепость что? Тела, что у нас там? Угу. Так, в общем, у меня сейчас будет войгров вонять.
Вот. Вот это мне надо. Само пройдет, я взял. Талант само пройдет на один ход, снижать длительность негативных эффектов со спас броском на крепость тела. Будь здоров. Спасибо. Если это не проканает, то оно хотя бы будет действовать меньше. А то меня нокдаунит иногда, помнишь как? Все фигово, когда меня нокдаунит. Воистину. О, там олень есть печальный. Где? Повыше чуть-чуть. Пошли. Олень испуганно смотрит на вас. Он открывает рот, но не издает ни звука. Что случилось? Потерял голос? Олень печально кивает и поворачивает морду на восток. Видимо, там и находится то, что от него у него голос. Или так считается. Пока вы говорили с ним о оленем, Вольверф вложил вам в руку чернильную записку. Работа колдуна источника, я знаю. Найти, выследить, убить. Но зачем лишать животных голос? С какой целью это мог сделать колдун? Он протянул следующую записку. Колдуны источника безумны, у них нет целей, им ни к чему жить. Это, как его... Там бегал Амадей, маленький тролльчик, и знаешь, что он прокричал? Сейчас. Смотри, сколько красной жижи течет из мертвяков. Это клубничное варенье? Он это сейчас кровит. Да. Маленький тролль. Кажется, эти тролли были очень заняты. Что-то маленький тролль, это просто модель большого тролля уменьшенная. Ты можешь встрять в разговор? Подслушать, чтобы его озвучить. Смотри, подходит наш клиент. Давай, мой мальчик, изложи древнее требование. Да и на папу. Ну, почти верно, сын мой, но не совсем. Да и на лапу. Твоя версия, веянная веками, просьба весьма близка к истине, однако ее искажает крошечная ошибка. Дай на лапу! Отлично, сын мой, великолепно. Я горжусь тобой. Так, дрожайший гость, гуляющий по лесным топам луковый, ты уже знаешь наш непреложный приказ. Заплати нам, троллям, то, что положено нам по праву, тогда сможешь перейти по мосту. Кто вы такие? Я хранитель моста Арчибальд, а этот крошка Херувим, мой милый сынок Амадей. Я занимаюсь его воспитанием и хочу сделать так, чтобы он однажды стал лучшим из тех, кто когда-либо приносил этот священный дай на лапу. Он станет лучшим хранителем моста. Воистину станет. Хочу задать тебе еще несколько вопросов. В России я отвечу. А что стало с этими мертвыми путешественниками? С этими побитыми дубиной несчастными? Они не заплатили троллю. А те, кто не соблюдают доктрину дачи денег на лапу троллю, должны быть забиты дубиной до смерти. А почему вы должны платить? Потому что наш король решил, что так будет справедливо. Его слово — закон для нас троллей, а следовательно для всех, кто странствует по его землю. По Лукульскому лесу. Давай поговорим о короле троллей. Говорят, лишь один из людей видел нашего короля, да и то не все это верят. Этот человек Марадина, весьма эксцентричный чародей. И не морщись, к источнику он не имеет никакого отношения. Говорят, его логово где-то на пустынных равнинах Лукулы, но я там никогда не был. И хорошо, потому что если стоять рядом с его величеством, это величество может зашибить тебя одним ударом. А, у него ничего интересного не продается. Бац! Воистину бац, Амадей. Давай обсудим плату за проход. Итак, мой мальчик, пожалуйста, познакомь будущего мостопроходца с размером платы, которую мы взимаем. Плата за проход 1 миллион золотых. Амадей, ты прекрасно знаешь, что это не так. А аучность — это порок, сын. Кровожадный хищник, который охотится на добродетель. Извергни его из своей души и снова назови сумму требуемого денежного сбора со всей честностью, идущей от самого сердца. 1350 золотых, пожалуйста. 1350. Это Арчибальд сказал. А, блин, чё. 1350 золотых, пожалуйста. 1350.
что-то не показалось, что он... Трой заболел просто, да. У него сорвался голос. Я не хочу их убивать, у него тут сынишка. Думаю, 1350 золотых небольшая сумма. Да. Большое спасибо, ты ведешь себя так учтиво и обходительно. Итак, мой мальчик, что мы говорим добрым путешественникам, которые внесли достаточную сумму? Мы говорим спасибо, спасибо тебе. Но, папа, это так скучно, хочу побить кого-нибудь еще дубиной. Амадей, это так скучно, хочу побить еще кого-нибудь. Ты что, снова разговаривал с этим бездельником Бельгаром? Пожалуйста, прости его, с этим сранцом я еще побеседую. О, да. А пока что можешь перейти по мосту. Я благодарю тебя от силы своего огромного торлиного сердца. Так. А, ты по мосту пошел, что ли? А. Нет. Тут какие-то ядовитые слизни, кстати говоря. Три штуки. Что предлагаешь ними сделать? Поджечь? Ничего. Я ничего с ними не хочу делать. А это ой, куда? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, другую локацию, что ли? Да. У тебя там что-то упало, что ли? Нет еще. А давай сходим туда. Посмотрим хотя бы, что за локация. Она назовется, смотри, бабочка. Наверное, вкус на хлеб. Ну, тут просто вот еще вот уголочек какой-то есть, я хочу попробовать, ну, глянуть. Ну, там далеко не обычный уголочек, там еще и битва будет. Ну, окей. Ну, пошли. Стоп, хотя, стоп. Там овечка Брюс, Рой и два быка. Давай сходим, это, через мостик. Ну, давай, посмотрим. И обратно. Мне просто интересно, что там через мост. Призрачный лес. Ой-ой-ой, началось, пустота, тьма, ай-яй-яй, само время разорвано. Проклятие, что здесь происходит? Вот здесь, вот эта дыра на севере, разрыв хаоса, эпицентр силы, пожирающий пространство и время. Демоны пустоты устроили в Ревелоник такую бурю, что ее отголоски доходят до нашей родной обители. Из разрыва лезут демоны, их нужно уничтожить. Чтобы сражаться с демонами, мне нужно знать больше. Не просто демоны, а демоны пустоты. Оружие и магия этого мира не могут им повредить, но у них есть одна слабость, ведь их сущность уже давно пропитала насквозь эти края. Тенебри, вот что тебе поможет. Руда, что чернее самой пустоты, вооружись этой мерзостью, и тогда ты сможешь разрубить кровавик, управляющий порталом. А что насчет разрыва? Как его закрыть? Разрыв — это портал, через который просачиваются демоны. В нем задействована магия крови, а где кровь, там и непорочны. Порталом управляет кровавик. Уничтожь его, и разрыв закроется. Я тут немного разведал местность и нашел три пути, но если это можно назвать путями. В центре этой пустоши. Слева находится лагерь непорочных. Да, они всего лишь непорочны, их клинки остры, словно зубы акулы, поэтому с ними лучше не ссориться. Средний путь ничуть не лучше, он кишит демонами. Очень не советую туда соваться. Если я посоветую правый путь, я буду неправ. Он обманчиво спокоен, но на самом деле прям-таки бурлит раскаленной магмой. Как видишь, у тебя есть три варианта, и все они так же аппетитны, как содержимое помойной ямы. А ведь тебе придется хлебнуть их как следует, потому что в противном случае конец времен сметет пустоту вместе с Ревеллоном. Как твари пустоты, которые находятся здесь, могут вредить обители? Их существование выходит за рамки привычного пространства времени. Они здесь и в то же время носятся сквозь время, словно ветер хаоса, и разрушают все на своем пути. Если их не остановить, наш дом вдали от дома потонет в воронке забвения. Я ухожу. Друг мой, делай что можешь, не подведи. Все зависит от
твоей доблести, и наша обитель не прирастет ни на дюйм, пока ты не разберешься с этим кошмаром. Ну, тогда давай обратно, что ли, раз это вообще целая локация. Проклятый лес. Еще это тенебревое оружие надо. К юго-востоку от пустоши охотника, к северу от невыносимых страданий. Ну ладно. Значит, на юго-восток, по крайней мере, пока. Что бы это ни значило. Давай обратно, короче. Кстати говоря, Арчибальд нам сказал, где находится. Чего-чего? Арчибальд нам сказал, где находится их властитель. В смысле, их король. Так, поговоришь с ними, я сейчас приду. Фух, так, пару секунд. Чистим, чистим локацию, чистим локацию. Чистим локацию раз, чистим локацию два, чистим локацию три. И не знаю, что там придумать потом. Черные врата? Что там с черными вратами у нас связано? Что нас туда уже требует? Светлячок, между прочим, заклинание гораздо лучше, чем создание просто... А, или стоп, или это и есть та самая штука. А, ну да, создание огненной поверхности. В принципе, мне хватит на гидрологию до четвертого и чародейство до четвертого, я думаю. И это прекрасно. Блин, куда отходит фона так долго? Давайте поговорим с Роем, что ли. Привет, отличный денек для прогулки по лесу, а? Ха, черта с два, гоблинов тут столько же, сколько мух вокруг этих коровьих задниц. Один из них всадил топор прямо в морду моего телохранителя, прямо туда, где у этого пинчуги раньше был большой красный нос.
Симпатичные у тебя звери. Да, это мои новые товары, как приятно гнать это стадо. Ну, то есть, до тех пор, пока они не насрут тебе на сапоги, но скоро мои расходы на обувь сократятся. Я купил этих тварей по дешевке у Бертии, а здесь продам намного дороже. Здесь полно психов, по крайней мере, так говорят. Как только они получат этих зверей, сразу перережут им глотки. Им нужна кровь для ритуала, что ли? Сумасшедшие, а? Безумцы. Значит, желаешь принять участие в церемонной беседе, посвященной нашим планам, целям и ожиданиям? Ну что за гнилой бред? Я Рой, я торгую животными, но вместо того, чтобы лить в себя дешевый виски в Сильвер Глене, я мерзну в этом проклятом лесу в окружении этих дикарей, которые поклоняются тотему. Они хотят сделать мишень из моих причиндалов. Ну вот, теперь ты знаешь все. Я хочу задать тебе несколько вопросов. Неужели это обязательно? Расскажи о своем телохранителе. Донни, обычный бандит из Сайсила, гонор есть, мозгов нет, ну, ты понимаешь. Я решил, что именно такой человек и проведет меня мимо зомби. Я все точно рассчитал, но тут мы встретили гоблинов, и пусть у тебя яйца, как у вон того быка, но чтобы переиграть гоблина на охоте, нужны мозги и хитрость. А Донни, говорю тебе, это простак не поверит и в то, что чертополох на чертях растет. Поверит и в то. Поверит и в то, да. Совсем уже заговариваюсь. Привет, Кенгу. Что тебе известно о Сильверглене? Сильверглен – типичный шахтерский городок. Ну знаешь, скромные, но крепкие домишки, простые грубоватые работяги и смазливые девчонки, готовые раздеться на месте, едва завидев блестящую монетку. Эти гоблины, о которых ты говоришь, похожи мерзкие твари. Да уж, эти твари злые, как голодный горный лев, да еще и с мечами и копьями вместо когтей. Наверное, мы с Донни зашли слишком далеко на север. Я теперь затаюсь, пока они не отойдут подальше, а затем попчусь со всех ног. Но на этот раз без сопровождения. Возможно, тебе нужно вывести Атюну? Ой, значит, ты будешь меня защищать? Хранить мой покой, словно рыцарь в сверкающих доспехах? Черта с два, ты с твоими доспехами и оружием громыхаешь, словно цыгайская повозка. Нас услышит каждый гоблин отсюда и до луны. Нет, нет, я скоро отсюда свалю, сам по себе. Кенгуру, Тормин штука хорошая вполне себе. Но все равно надо, по-хорошему надо ждать, когда он выйдет полностью, чтобы был русский язык, потому что тексты на английском там полно. Благо, хоть разрабы самый русский язык делать будут. Надо ждать, пока они все оптимизируют, потому что там местами Google как-то проседает все. Ну, понадеемся еще на то, что русский язык будет не «Осторожно, Тенно! Приближаются зараженные!» Это да. А, ну еще самое главное, надеяться, что не сразу игру сделать нормальным, а не как было с Wasteland 2 и Divinity Original Sin. То, что пока они не сделали расширенное издание, играть было невозможно. Так, ну-ка, что у нас Дорин скажет? Уничного тебе дня. Рада с тобой познакомиться. Расскажи о вас. Твой интерес к моей скромной персоне поистине меня льстит. Меня зовут Дорин, а это мой муж. Огонь моей страсти, моя любовь, Моррис. О, Моррис, милый, помолчи. Видишь ли, он так и не позаботился о том, чтобы выучить язык людей, поэтому совсем не способен насладиться этой восхитительной беседой. Да-да, Моррис, это подойдет. Он, как и я, так и мечтает отправиться на золотые пастбища Северглена. Рой, наш хозяин, все повторяет, что все мы скоро окажемся в лучшем мире. Скажем, что их Северглене убьет? Давай. Ты ведь знаешь, что Северглене тебя убьют, да? О, хорошки мои, бойня, кровь. Этого быть не может. Мы должны что-то предпринять. Моррис, милый, сделай что-нибудь. Но сейчас уже поздно об этом вспоминать, да? Моррис, ты вечно споришь по пустякам? О, добрая душа, пощади нас, бедных животных. Избавь нас от неминуемой смерти в ужасном Сильверглене. Торговца не смущает, что рыжая дамочка подходит и мучится с коровой? Ну, раньше никого не смущало, что я подхожу с крысами, разговариваю, с кошками нянчусь. Никого не смущало. Да. Так, ну-ка, что овечка скажет? Привет тебе... Позволь мне приветствовать со всем овечьим пылом. Добро пожаловать. Расскажи о себе. Я Брюс, баран, бродяга и бражник. Хочешь знать, что восхищает меня больше всего?
Красавица Дориан, милая, нет, английская корова, самый симпатичный из всех существ, которые когда-либо мычали. Тебе нравится Дориан, да? Ну да, скажи, приходилось ли тебе видеть красавицу корову, которая была бы так же элегантной, как она? Нет, другой такой на свете нет. Ох, как бы я хотел получить привилегию, которая наслаждается тот безмозглый бычара. Какие милые, какие пушистые были бы наши дети. Я промолчу про то, как работает биология. Ну да. Откуда знать? Да. Тут же магия. Ну и это тоже заодно. Боюсь, что Рой хочет продать тебя мяснику. Ох, бежевые рюшечки на белой свинюшечке. Скажи мне, что это неправда. Неужели я пойду как баран на... Ну ты знаешь эту ужасную фразу. Пожалуйста, помоги мне. Там еще кролик бегает. Да. Вот нашел. Че, как, дружище? Кто ты, господин кролик? Я Тимфред, крутой кролик. Реально. Знаешь, что Сероклени ждет тебя смерть. Чего? Такая веселуха не по мне. Я сваливаю. Пока. Мир тебе. Идите куда ходите, а мне это ни к чему. Пока-пока. Тимфред, вернись сейчас же, проклятая скотина. Вот у тебя блюдочный кролик. Отлично. Чего? Ну-ну, отлично. Он просто убежал, да? Он просто убежал, да. И из-за этого еще Рой сам ко мне хуже относиться стал. Так-так-так, маленький кролик, Квовик сбежал, да? Чудесно. Чтобы у тебя глаза повылазили, если бы не ты, я бы продал кролика за хорошие деньги. Давай ты поговоришь с ним, а? А чё я сразу? Потому что у меня нет денег. И нету такого обаяния. Так-так-так, сейчас. Говоришь, обаяние, да? Да. Секунду. Так, не тот мешок. Секунду. Обаяние, говоришь. Где он там? Ты его зачитал, ты же начинал. А, так, ну, маленький кот бежал от одного. Этих зверей должен зарезать. Может, ты лучше их отпустишь? Что? У тебя доброе сердце? Бедняжек нельзя убивать? Значит, я должен отказаться от прибыли, которую они должны мне принести? Ни слова больше. Нет, правда, заткни уже пасть. Думаешь, я рисковал жизнью ради куска говядины или баранины? Либо гони золото, либо проваливай, пока эта болтовня не привлекла гоблинов. Плохо, конечно, так сохраняться в последнее время, но что поделаешь. Такой милый и заботливый человек, как ты, конечно же, не будет против того, чтобы милосердно пожертвовать этих животных моей жалкой персоны. Минус один. Минус один? Да, у тебя минус один. Три против двух. Это у тебя три. Да, у меня три. Отлично, давай, тащи. Так, 3-0 в мою пользу. 3-2. Пока еще все равно в мою пользу. Ну ты издеваешься, он все меняет. 4-4. 4-6. Ага, сейчас он решил не менять. 6-6. Сейчас опять не решит не менять. А, нет, поменял. 9-6. Так, надо сейчас будет, наверное, ножницы. 9-8. Решающий раунд. 9-10. Нет, 8-10. В общем, я победил. Угу. Я думаю, что это доброе дело. Ну ладно, бери их. От них одна морока, точно говорю. И теперь она досталась тебе. Ха-ха, прощай, дурилка, я возвращаюсь в Сайсил. Так, секунду. А чё у него ничего нет на продажу? Человек не убийца, а спаситель. Так, скотина. Ладно, вообще, когда-нибудь мы тебя подгорим, клянусь хвостом. У меня снова этот поехал. Чат? Да. Все, раз поехал.
Рой больше не угрожает тебе. И в безопасности. Мой защитник, я у тебя в долгу. Мы с Морисом бесконечно благодарны тебе. Пусть твои рога всегда будут остры, а желудки полны. Мууу. Хорошо сказано, Морис, хорошо сказано. Но что нам делать дальше? Мы же не можем отправиться с тобой, да, добрая душа? Возможно, нам нужно отправиться на поиски легендарных пастбищ, которые описывал этот мерзкий рой. Может, они действительно существуют, ведь у такого человека не хватило бы воображения придумать. Но, быть может, стоит вернуться с Айсел, где уютнее и безопасно. Впереди ждет только опасность. Возвращайся с Айсел, там спокойно. Лучше поостеречься, чем потом жалеть, а то и вовсе помереть в дороге. То это, наверное, так. И даже не наверное, а точно. Морис, милый, мы возвращаемся домой, в Сайсе. А с овечкой... А, овечка не, за ними. Да, попробуй. Овечка за ними. Что, будем провожать их до Сайсела? Ну, я хочу проводить хотя бы до... Там, где я буду уверен, что им ничего не угрожает, что мы там все зачистили. Ну все, молодец, ты упустил их из виду. Тут это, кролик Дрог есть. Отойди, жалкий человеческое имя, или пламя Дрога испепелит тебя на месте. Бойся ветра, поднятого моими могучими крыльями. Ты пищи при виде моих острых когтей. Пламя? Сейчас. Дача, сер, кро, дракон. Изуди ничтожество. Сохранись, я хочу над ним подшутить все-таки. Сейчас, теперь надо его поймать. Стоять, скотина! Он замедлился. Отлично! Мы тоже замедлились. Вольгов там что-то обнаружил в земле. Сейчас успеем. Да. Склонись передо мной, невежественная тварь. Склонись перед моим величием или убирайся прочь. Нет, я не могу сказать, что ты не похож на дракона. Нет. Где он там заметил-то? Чего? Где этот заметил что-то? Да вот где ты стоишь, Вольга написал, что что-то заметил. Ну ладно, в любом случае я заметил еще кое-что. Тупые куски. Может, Вольгов замедлился, а не заметил? Не, там было это. Белым написано. Замедление насылается желтым. А кто такой Кирилл? Где? Что это за раса такая? Это? Да. Человек, которому очень-очень жалко. А, ты про Кирилла? Да. Что-то знакомое. Вот честно, что-то знакомое. Ну, уже называл, но я не помню, что это. Поговоришь с ними? Сейчас, секунду. Слушай, а походу Барт Мальбини рассказывает эту историю, которую это... Чтоб он животными рассказывает. Окей, давай, с Кириллом сначала поговорим. Так, секунду. А у него ничего нет. Чем, мне его или тебе? Давай ты, я что-то устал уже. Что-то я даже не представляю, как его озвучивать можно. Ах, ты слышишь, лесная музыка гудит, жужжит, смывает и обрушивается волнами, пронзает воздух, словно звездный свет. Воображение, вот что превращает музыку в эту фантасмагорию. Возможно, моя музыка разбудит твои мечты, возможно, добавит радости в твою нелегкую жизнь. Я с радостью поделюсь своим даром, выбирая любую мелодию из моего репертуара. Так, давай песню совершенных начал.
Замечательный выбор, так исполнишь же уметь этот священный гимн. Что-то как-то... Да. У меня есть подозрение. Да. Кирилл — это имя чела из группы Ария, который написал трек «Играющий в конце времени». Кирилл Покровский, так-то композитор всего Divinity, извиняюсь за выражение, который играл в группе Ария где-то год то ли два, я не в курсе сколько. Потом он покинул группу, и он умер в прошлом году, к сожалению. И он... Он написал трек вообще ко всему. Ну это тоже правда. Divinity. Он так. С первого Divinity вообще композитор. Он у Larian Studio был композитором очень долгое время. Так, я включил голос, может сейчас что-нибудь появится. А у тебя голоса не было, что ли? А потому что было. Ну вот голос, то, что вот они говорят сами, я это в ноль убил. То есть вот настройки голос. В общем, он все равно ничего не играет. Не, он у меня играл. У меня музыка была. А у меня что-то нет. А у меня была. Такая какая-то растаманская слегка. Окей. Не Ария писал музыку к Divinity, а композитор Divinity играл в лохматых там годах. Да сами, вот Кирилл Покровский, вот реально, видите, увидите. Он у них был клавишником и, собственно, сейчас... 1986 году произошел раскол Арии, в результате которого Олег Грановский, Андрей Большаков, Игорь Молчанов и Кирилл Покровский кидают Фикштейн и создают новую группу Мастер. То есть в 86 году это было. Это меня еще не было. Нас не было вообще. Да тут много кого тогда еще не было. Да. Земля все-таки большая, знаешь ли. Да. Ну что? Ты куда убежал-то? Я лутать шнуры в ящике. Ах ты грязный лутатель. Так, ну что, закончим, раз говоришь устал? В смысле? Ты говоришь устал. Ну зачитывать-то да, ну пока не... Давай еще чуть-чуть, хотя полчасика, там посмотрим. А то что-то мало. Просто зачитывать устал, так-то я не устал. Так, ну тут я с Пардом тогда говорю. Быстрее, пока слушатели не разбежались. Похоже, госпожа Холлингсворт так никогда и не решит, какую историю мне рассказывать на этот раз. Может быть, тогда вы окажете нам такую честь? Я могу поведать мрачную легенду о Брахе, последнем короле Источника. Светлое предание об Астарте, падшей богине Источника, и очень страшную историю о малышке Уарп, ведьме смерти. Расскажи о малышке Уарп, ведьме смерти. Осторожней, достаточно назвать имя этой ведьмы, чтобы навлечь на себя проклятие. Нет, мне самому это не грозит, потому что так сказала мадам Лайонестер. А вот насчет вас я не уверен. Это очень страшная ведьма. Надеюсь, она не придет сюда, пока я буду рассказывать эту легенду. А. Ну, мне лень стоять, слушать его. Сказитель? Интересно, знает ли он, чем кончается легенда о подвергнутом принце? Джаред дальше седьмой части никогда не заходил. Может, ты и закончишь? Лучшие истории те, которые пишешь сам. Кошка! Ах, какая чудесная легенда. Почти такая же прекрасная, как история Сэма и Максим. Впервые в жизни мне совсем не было скучно. У дикого кабана можно купить сырое мясо. Лол. За 2 золотых я куплю.
Идет, говорит мне кабан. Овца. Вот это музыка у меня играет от Кирилла. Ну блин, а у меня не играет. Счеши мою шерсть, назови меня Бяша. Общаться намного приятнее, чем есть друг друга. Олень. Посмотри на нас. Олень лежит рядом с волком. Могли бы вы представить, что когда-нибудь увидите такое? На самом деле я бы забодал этого хищника за один косой взгляд, но пока звучит история о Мальвине, мы мирно ужимаемся. Я постараюсь не отвлекаться, на что-то я очень проголодался. А у волка можно купить волосы. Mm. Не шерсть, а волосы. Замечательно. Заяц. Кто сказал, что я не великий рассказчик? Вы еще услышите, как эти многие клоуны будут ставить мне памятник из чистого шоколада. Я никак не буду это комментировать. Так, я видеть какой-то тупик. Пошли тупик. Иди за мной. Подожди, подожди. Я музыку слушаю. Скотина! У него вообще какие-то треки странные, которые здесь не звучали, кроме одного, насколько я понимаю. Потребую, чтобы ты мне скинул сейф, я сам потом послушаю. Подожди тогда. Вот, сохраняюсь. Вот. А, стоп. Давай даже вот так сохранюсь. Дай хитрое название файла какой-нибудь дай. Здесь Лукулу 20.03. Чем тебе не нравится, по-моему. Очень нехитрое. Что-то как-то шмот в ящиках там стал. Какие-то очень. Узники. Где? А, в соборе непорочных. И правда. Надо потом посмотреть, есть ли эти композиции в саундтреке. Должны быть. Ну, та, которая в таверне звучит, она... ее нету. Да? Вот которая дам-диги-дам-диги-дам. Надо просто скачать с торрента полную эту самую. Наверняка есть. Я не могу быстрее. А ты с мадам Лайонестрой говорил? Мне лень. Мне тоже лень. Давай, ты женщин зачитываешь. Привет, бродячая душа. Хочешь узнать, как говорят мои... что говорят мои карты? Ты сновидище? Откроешь мне какую-нибудь тайну? Как бы я хотела, чтобы эти голоса у меня в голове наконец умолкли, но они продолжают требовать, требуют денег. Я готова открыть тебе 6 тайн, если ты согласишься заплатить достойную цену. Так, не ругаться матом на стриме, пожалуйста. Не ругаться матом на стриме. Давай. Что, все тайны? Я не знаю, как хочешь. Давай сначала ты не говори, не говори с ней. Не говори пока с ней. Я сохранюсь без диалога, что. Давай, давай. Нас потом не бажило с диалогом. Давай. Ну, себе пропал напись. Откроешь мне какую-нибудь тайну. Открой мне первую тайну. Похоже, я нашла кое-что интересное. Давай сюда карту, я покажу тебе, где копать. А, все вскрываем тогда, что не дешевуешь. Ну давай. Вторую. Ведь уже старые друзья, не так ли? Поверь, при виде этого секрета даже у твоей богатой фантазии потекут слюнки. Давай доставай свою карту, я поставлю на ней большой красный крест. Клянусь кастрированным бульдогом будущего, я... Чего?
И увидел кое-что полезное для тебя. Перо есть? Давай сюда, отпечу на твоей карте одно любопытное местечко. Ах, ты не представляешь, какое лакомство я припасла для тебя. Ну-ка, быстренько доставай свою карту, пока я ничего не забыла. Тю-тю-тю, даже ради... Да, ради этой жемчужины стоит свернуть горы. Тебе повезло, что у меня слишком много дел, а то бы и я сама отправилась за ней. Давай сюда карту. Вижу, что ты занимаешься серьезными делами и интересуешься великими тайнами. Позволь мне предложить тебе одну из величайших. Дай карту, я отмечу место, где она тебя ждет. Что ты можешь сказать о моем будущем? Выбирай, сколько ты хочешь потратить. Да ладно! Сукин эти цыгане. Подумай как следует, ибо я лишь единожды могу спросить небеса о тебе. Нет, когда речь идет о судьбе, жадность неуместна. Если слишком часто дразнить будущее, это закончится большой бедой. Че, по максимуму платим? Денег хватает. Ну давай! За почет 3750, если заглянешь в мое будущее. Да, ты щедро платишь за мудрость звезд. Ну что ж, посмотрим, что готовит тебе сил космос. Вижу. О боги, слово мое! Это он! Вижу, как ты стоишь перед ним, склоняясь перед его величием. Ах, как он прекрасен! Но ты грозишь ему оружием. Ты требуешь, чтобы он отпустил захваченное. Мои глаза, я больше не могу на него смотреть. Нет, нет, он бросается на тебя. Он ужасен, он прекрасен, он... Хватит, хватит. Уходи, уходи сейчас же. Как ты можешь приносить такой кошмар в мой скромный лагерь? Прочь, прочь. Вообще есть предложение загрузиться и посмотреть, что на разных ценах она нам будет дать. Как думаешь? Ну, давай. Что наверняка где-нибудь там будет прикол. Это я до сих пор помню. Я могу тебе открыть твое будущее, сказал нам страж на берегу и показал титры. Да, это было гениально. Я знаю, что тебя ждет в конце. Да. Так, можно сказать, в моем будущем. Заплачу 2400. Неужели искателем источника так... А, ты специально, да, это, чтобы я уже зачитывал? Неужели искателем источника так и мало платят? Ну, посмотрим, что звезды могут предложить нам за такую скромную сумму. Вижу зеленую королеву. Ох, как же она деспотична и жестока. Но встреча с ней обернется для тебя великим подвигом. Хотя, ого, мне очень стыдно, но звезды заключили пари. Одни говорят, что ты с ней справишься, другие, что она отправит тебя на дыбу, отрежет срамные части и приклеит их прямо на лоб. Но тебе не стоит придавать большого значения болтовне звезд. Я знаю, что говорю. Они дурачат меня уже много лет. Загружайся. А за вторую сумму что нам скажут? Может, в моем будущем 3050. Ах, я смотрю, ты очень высоко оценишь мнение звезд, но посмотрим, что они тебе готовят. Вижу, твоя дорога будет закрыта, пока ты не найдешь двух важных реликвий. Так, одна — некое магическое заклинание, а вторая — маленький флакон. Даже если ты будешь в одном шаге от победы, без этих реликвий ты проиграешь. Флакон, да, он хорошо спрятан, но рядом с ним я вижу книги и надежного защитника. Да, он очень жесток, даже сейчас он проливает кровь невинных. Ох, его хохот просто ужасен, но тебе придется победить его, чтобы обрести искомое. Заклинание? Я вижу его в сыром темном месте, слышу стук кирки и скрип тачки. Ну, это нам про кровь. Это про кровь и заклинание, которое сделает рыцарей смерти уязвимыми. Давай загружайся по максимуму и заплатим. Только сначала надо с ней все разговоры закончить. Да. Ну ты купи у нее тайны. Да. Я есть помнить. Так, открой мне какую-нибудь тайну. Значит, ты свидетельница будущих событий. Свидетельницы ни в коем случае. Терпеть не могу всех этих судей с их кафедрами, молотками и дурацкими париками. Стоп, о чем мы вообще говорили?
А, ну да, нет, я не свидетельница будущего, я просто вижу то, что происходит в мире. Я умела открывать секреты и читать судьбы еще в двухлетнем возрасте. Расскажи о себе. На следующей неделе у меня на обед будет жареный кролик, мой первенец Шарлет родится ясным вечером, а через 7 лет я получу кошелек золота размером с драконье яйцо. Разумеется, все это случится, если ты выполнишь свою миссию. Что тебе известно о моей цели? Ну, если честно, я редко бываю честно, все я тебе рассказать не могу. Некоторые нити этого клубка я так и не распутал, но общая картина более-менее ясна. Похоже на то, что в твоих руках находятся судьбы всех нас, всех смертных без исключения. Весьма смелое утверждение. Истина, почтенная дама, хотя твой шустрый приятель Имп со мной бы не согласился. Так что, может, кстати, в будущем заплачу 750, с этой платишь... Такой прекрасен, ужасен, вали отсюда. А здесь не поговорить. Попробуй. Молчит и отводит взгляд. Ну вот. На самом деле нам сейчас здесь осталось пойти в две локации. Ты там нашел, да, ведь это... Ты именно дорогу сокровищем нашел здесь. Че? Видимо, получается. А. Да. Самое интересное, половина сокровищ мы, по-моему, и так это нашли уже. Ну и вот. Ну ладно, да. Сколько мы там потратили? Ну, у меня сейчас осталось денег 28 тысяч. Но на самом деле кучу всего еще я могу. А у кого лидерство 2? Хороший вопрос. Не у Войграфа. И не у меня. У меня лидерство единичка. У меня двойка. Ишь ты, лидирователь. Так что пойдем в локации с черными вратами, которые такие все в огне и все такое. Или пойдем через через дом мага. Место, где живут эти самые. Как там их? Непорочные. То есть священный камень или черные врата, да? Да. Давай черные врата. Да. Именно. Здесь, по-моему, остановись. Кстати, тут обижать можно еще. Или стоп, или я что-то не понимаю. Наверное, не понимаешь. Да, я не понимаю. Раз ваши судьбы невидимы самой ткачихи времени, откуда краснолицы цыганки знают, что ждет искать источника. Во-первых, не краснокожие, не краснолицы, а это самое. Перегретки. Ну, цыгане, что с них взять? Конечно же, наврала ты стрекора, будь еще. Какая-то интересная граната была. Давай направо сперва. Давай. Добегаем пустыньку. Опять эта боль сейчас будет с... пауками? Ну, с 6 очками действиями и так далее. Ой-ой-ой-ой, запал. Пусто. И не говори. Узорчатый сундук. Это не четвертая сестра Ли. Нет. Четвертая сестра будет последняя локация, думаю. Да. Что там было там? Оглушающая стрела и наручи белые. Я что-то их к себе забрал. Там тебе отдам. Продаваться будем. Так, подожди. Одну секунду. Сохранюсь. Мне просто интересно. 5, 10, 5. Что хочешь сделать-то? Шанс крит урона 3%. Ну,
Я лидерство качнуть захотел, посмотреть, что третий давать будет. Окей. Ну там неплохой баф довольно-таки. А разве, если просто посмотреть в описании, там не сказано, что он будет давать? Там почему-то... ну вот сейчас я на лидерство навожу. Ну да, будет. Но в каком размере не написано. Да, лидерство неплохо было бы качнуть. А теперь у меня лидерство двойка. Что? Не знаю. Ты не переодевался? Нет. Багулечки, значит. Может быть, здесь закончим, а? Замечательный клиффхенгер. Непонятное место, везде лава. Да, давай закончим здесь, пожалуй. Ладно. Когда продолжим тогда? Как получится. Завтра у тебя как, допустим, вечером? Вроде свободен. Угу. Ну тогда я приду завтра с работы и возможно, соберемся. Потому что мне интересна эта локация. Кстати, почему она у нас вся исследованная? Что за бред? Вот. Я сам не знаю, что-то как-то очень странно это дело. Да. Ну что, Изя, спасибо тебе и пока. Ага, пока. Что ты там начал говорить? Чего-чего? Что ты там начал говорить? Ничего. Да? Ну ладно. Вроде нет. Пока, Изя. Ага, пока. Ладно, собственно, и всем пока. Увидимся, наверное, завтра. Осталось еще довольно-таки много. Наверное, да, много. Так что всем пока.